Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы будем проходить древнее испытание. Я остановился на 40-м, показывал вам, что я не особо спешу, как бы с древними у меня надобности в этом нет. Вот у нас 40-й, против него хорошая зеленая фракция. Так, что у меня тут? Сейчас посмотрим, кого взять. Соберем составщик и попробуем сразу же три зафармить. Ну, с зеленых это вот Минотавр, Дрейк, Прицеедка. Тыкву даже брать не буду, попробуем без тыквы дерева. Берем, короче, зеленых. Огник. Такой вот состав. Как видите, девятки, 20-е прорывы. Поехали так сходу, просто ничего не расставляя, попробуем. Сможем ли мы здесь что-то сделать или нет с 20-ми прорывами? Ну вот, Минотавр жестко унизил просто. Да, то чувство, когда Минотавр на максималке. Остались только одни герои, я не знаю. Я прохожу без тыквы, без там атлантов всяких, как видите, тут просто 6 ребят. Я офигею. Минотавр до сих пор жив. Тут фея. Самое печальное — это фея. Ну, смотрим, можем ли мы пройти таким составом. Ну, это, конечно, жесть. А сюда, наверное, надо фею пробовать ставить. Так, давайте немножко пораставляем героев. Такс. Как видите, здесь нет, ничего нет. Так, против этой надо что-то нам. Зеленая фракция. Окей. Зеленая, так, зеленая. Сейчас будет дополнительный удар у героя. За чтобы включилось, тут в принципе можно поставить оживу. Это будет лучший вариант, думаю. Такс. Дальше сердцеедка, стрелок и зеленая фракция. Тоже ставим оживу. В общем, как видите, с 20-ми прорывами это просто смешно проходить, как по мне. Сейчас попробуем с максималочками. Так, Вогник. Так, Ассурик есть. Лазуля пусть будет с Ремкой. Так, этот готов. Розалинда. Ну, вроде как бы все. Поехали. Питомцев я не буду расставлять. Думаю, мы и так должны затащить. Судя по тому, что вы видели. Это просто жестко, нереально жестко. Ну, тут, конечно, посложнее. Но Минотавр, как видите, просто шатает. Ну, отсюда, да, с этой стороны. Будем пробовать заходить опять сверху. Через Фрейку. Самый такой, скажем, оптимальный вариант. Минотавра ушатали, к сожалению. Ну, в принципе, он свою задачу сделал. Тут единственное, что нам надо Фрей ушатать. Возможно, надо свою Фрей взять сюда. Но интересно просто чисто зелеными пройти.
Ничего себе, жесткие, жесткие они. Что-то Минотавра вообще не ударил. Это Нубатавр. Не, отсюда не идет, не хочет. Видите, у меня тут даже по сути только седнаны с отхилом. Ну, кто себя хиляет там и остальных. Ну, Минотавр просто жесть. Честно говоря, в шоке. Минотавра. Так, единственное, что здесь хранители и Фрея. Вот это вот самое такое опасное. Остальное все, честно говоря, пофиг. Да, видите, все-таки не хотят дальше идти, мешают им. Ничего себе. Посмотрите на Бигфута. Ничего себе, вот это Бигфут. Тоже хочу себе такого. Блин, крут Минотавр, конечно. Вообще жесткий. Жесткий тип. Да, тут Фрея нас тормозит. Ну, как видите, это такая сборка у нас, что чисто-чисто фракционные герои против. Ну, сложновато все равно. Не сливается вот самый дальний низ. Получается. Ну, значит, попробуем где-то отсюда вытащить Фрейку. Иди сюда. Ой, немножко я не так их повыпускал, неудобно оттуда забегать. Ну, в любом случае, я не знаю, думаю, пару десятков заходов это поддастся. Я ничего сложного не вижу с 20-ми прорывами, максимальными прокачками. Судя по тому, как герои выживают. Единственная проблема это Хрон и Фрейя, все. Остальных всех, в принципе, добивает. Ну, давайте поставим Фрейю сюда. Вместо кого? А, у нас же хиллер еще есть этот. Давайте вместо сердцеедки попробуем Фрейку затестить. Даже начнем с нее. Она, в принципе, должна их добивать. Единственное, что урона у нее не особо много будет, но, по идее, должна тащить хоть чуть-чуть. Самое основное, что она голубей выпустит, на которых будут агриться частично. Ну, и что? Что-то Бигфут вообще какой-то жирный-жирный. Да, с Фрайей как-то побыстрее разбирается все. Ну, Бигфут, посмотрите на Бигфута, ему, по-моему, вообще пофиг. Его там бьют. Давайте еще разок.
вообще Unreal какой-то реально. Так вот смотрю, Командора, эти все, они просто тупо унижают эту подземку. Точнее, древние испытания. Так, вольт, 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 вольта. Блин, ну Бигфут, кстати, это как было Кенди. Вот аналогично. Та же самая ситуация, блин. Фиг ее пройдешь. Тупо зависали все, пока не заблочу. Тут то же самое где-то приблизительно. Теперь реально его слить. Посмотрите, сколько героев. Ему тупо пофиг. Ладно, попробуем снизу. Так, Дрейк минуснулся. Может Дрейка убрать нафиг от него. Хотя он так, в принципе, тоже шатает неплохо. Так, а мы что, Розалинду не взяли? А, я думаю, что за фигня? Чем мы не тащим? У нас Розалинды нет с собой. Вот оно что. Ну, отсюда даже можно забегать свободно. Берем Розалинду. Тащим сейчас на изи просто. Так, Дрейка убрали. Я думаю, что такое? Что-то пошло не так. Ну все, понеслась. Ну, а когда ты включишься, подружка, вообще не включилась даже. Ужас просто. Стыдно за тебя. Слушай, просто некуда. Да, с Розалинзой, по идее, сейчас будет намного проще все здесь. Так, давайте так. Хотя тут лучше, наверное, стартовать с Фрейей, потому что выбегает вражеская Фрейя, и тогда... Блин, ну что-то она не включается нифига. Вот, наконец-то включилась. Жесткий урон у нее, конечно, по ближайшим целям. Мне это нравится. Ну, теперь, Бигфут, держись. Главное, чтобы мы выжили, когда до тебя дойдем. Ну-ну. Да ладно. Опять слились, ну. Какие-то нубасы. Называется, понакачивал, блин. Вот она включилась. Сразу заметно, что Розалинда включилась и слилась. Блин, какая-то фигня. Что-то пошло не так. Возможно, тут даже этот талант и не нужен. Ой, Минотавр, конечно, на ура отрабатывает. Красавчик. Не знаю. Нереально жесткий тип. Вот-вот, посмотрите на Розалинду теперь. Все равно Бигфут они ушатали. Посмотрите на эту сволочь. Это жесть какая-то. Че он такой живучий? Так, проблем тут. Ну, Минотавр, блин, очень нравится. Ох, блин, Вольт наш заблочил. Так хорошо вошли сюда. Обидно. Ну все, остались только Фрейки там и тени. Ну, давайте, давайте, тащите Вольта.
Так, против Фрей, в принципе, они Фрей должны ушатать. Вот самое, опять же, интересное, что будет с Бигфутом? Две Фреи. Одну, допустим, я утащу сейчас, возможно. Это не точно. Надо все-таки, наверное, по ходу ставить питомцы сюда. Да. Так, в принципе, неплохо зашли. Давайте питомцев пораставляем. Так, Командора есть. Минотавр есть. Рейк. Нафиг не надо. Белок. Поставили. Дерево. Есть. Так, Асура есть. Лазуля есть. Сейчас должно быть повеселее нам. Так, отлично, поехали. Я думал, что мы побыстрее пройдем, честно говоря. Ну, герои сливаются, надо просто удачный заходик, но разницу, думаю, вы замечаете, кто бегал 40-е, что если бегал, то тут особо напряга, как бы со сливом вообще нет. Минотавр просто бешеный. Ну, единственное, надо удачно сейчас зайти, чтобы все остались. Можно было бы взять сюда там Анубиса, например, для дополнительного урона. Ну, смысла не вижу. Чисто фракционными, в принципе, и так получается неплохо. Единственный нюанс вот это вот. Есть у нас там друг Бигфут, который нам просто тупо не дает жизни. Вот посмотрите, ну его просто как-то нереально убить даже. Какой-то он не такой. Ну посмотрите, насколько они круто держатся. Просто Unreal какой-то. Еще, конечно, Борзолинда жила, надо все-таки и оживу сюда. Жива она намного ярче. Хоть она и так урон держит, но, блин, это немножко не то. Но сейчас они вот такой вот состав, по идее, если дойдут до Бигфута, могут дойти. В принципе, они ушатают. Самое главное всех по пути посливать. Ай-яй-яй-яй. Рановато они забежали, к сожалению. Вольт заблочил. Давай, Розалинда, тащи. Не зря ты столько стоишь. Посмотрите, она реально тащит Бига. Все, слилось. Вот ею как раз таки Бигфута сливать милое дело будет. Этот процентуальный урон реально перекрывает все. Весь его отхил. Пробуем еще. Можно было бы сюда и бафера какого-то, и баферков взять. Ну, интересно вот так вот помучиться, побегать. Такс. Попытка номер, не знаю, какая там уже у нас. Что-то мы уже засидели здесь. Пора уже тащить. Кстати, Командора тоже неплохо смотрится.
Вот. Давай. Бигфута, ребятушки. Блин, да Розалин, да что ты? Жесть. Просто Unreal какой-то. Так подвела. Или все, бига слили? А, бига слили. Или нет? Дерево осталось. Я офигею. Ребят, 20-е дерево живое. Еще Огника резнула. Ну, в принципе, если Огника резнула и Фрейя сейчас будет жива, то есть шанс. Небольшой, конечно, но есть. А, там еще один биг. Не, без варианта. Хотя, почему нет? Если смотритель ударит, хорошо. Возможно, нам повезет. Так, бабашка, ты, конечно, да какую ошибку, чего она ошибку выдает? Овника слили. Обидно. Ну все, Фрейя тут однозначно соло уже не затащит их, но шанс, как видите, очень-очень отличный был. Ладно, попробуем немножко подальше. Сразу так, чтобы на бега выбегать. Да, блин, круто шатают, но, блин, как видите, немножко не хватает все-таки ворожея, что ли, для отхила. Так вроде все круто, но... А вот без Розалинды, получается, мы не можем слить Бигфута. Жизнь, боль. Что-то вообще побежали непонятно куда. Ну не знаю, вроде по идее Розалинда должна жить лучше всех, потому что у нее куча дефа, куча всего, но как-то это странно. Она вообще не живет. Такое ощущение, что она с вражеской фракцией. Вот она все равно слилась, ну гадина. Я уже даже не знаю, честно говоря, во что ее убивать. Она должна, по идее, вот сейчас вот смотрите, что она сделала с Огником, просто жесть. Она его просто разобрала. Я, честно говоря, в шоке. Она сейчас, по идее, и всех остальных тут должна также разобрать, если, конечно, не сольется, опять же. Живи, 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 живи. Блин, ну нереально, она реально очень крутая здесь. Ну вот так вот, ребят. Фактически, благодаря ей мы не затащили эту подземку. Я сказал, затащили. Вот так вот. Вот для чего нужна Розалинда. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.